видели, вы были свидетелем. Почему вы сейчас говорите «свободный проход»? Почему вам вы были вынуждены помогать? Звернулись до мене, вы пришли. Ну, почему такая избирательность? Какая избирательность? Вы зашли в вільний доступ до коридора. Просили вас. Кабинет хочете зайти? Да. Я вважаю, якщо людина стоїть здесь, мабуть, йде якась робоча зустріч. А на каком основании человек здесь стоит? Ну это правоохранитель, это кто? Как объясните мне? Это представник облдержавной администрации. И он мешает, он имеет на это право. Что значит мешает? Но он мешает свободному проходу кабинета. Не манипулируйте словами. Что значит мешает? Ну смотрите, вот если я сейчас попробую пройти, мне человек будет вот оказывается идти, видите? Я, давайте вот со своей стороны есть главное управление национальной полиции. Ну це не означає, що ви можете заходити як журналісти до кожного кабінету. Так чи ні? Вполне логічно, це режимний об'єкт. Ось депутати можуть вам посвідчити. Вадим, скажіть, будь ласка, який результат общения? Чому? Общение происходит беспредел. Заблокировали сесійний зал. Виктория Вікторовна мешает роботі депутата. Так а тут заблокували. До каких пор это будет продолжаться, непонятно. Мы принимаем решение, что делать. Скорее всего, будем вызывать МЧС, будем предпринимать методы для того, чтобы вскрыть сессионный зал. Нам нужно работать, у нас плохие цели. Мы собираемся для того, чтобы принять изменения бюджета и другие важные вопросы для Николая. Виктория Викторовна не хочет, не дает работать депутатам. Вас обвиняют в том, что вы вчера взломали вместе со своими коллегами. Можете прокомментировать, пожалуйста? Что сделали, украли? Я вам, как бывший сотрудник правоохранительных органов, скажу о том, что факт кражи – это факт незаконным завладением имуществом. А факт проникновения? Если вы скажете, что я завладел урнами, или, ну, это вы мне хотите, наверное, категорически… Вы вчера я, как депутат областного совета, могу передвигаться по всем помещениям областного совета. Вечером, утром, днем я всегда могу ходить. Это мое право. Я депутат областного совета. Это мое рабочее место. Я имею право находиться на рабочем месте в то время, когда считаю нужным. Спасибо большое. Добрый день. У меня нет определенного рабочего часа. Я работаю на... Пошли с тобой там. Ну, пошли там поговорим. Там. Вы уже просто применяли силу, не надо этого делать. Да, ну, я, когда вы тебе в таком большом бородатом силу можно... В таком силу... Так скажите, пожалуйста, можете провести нас? Я туда вообще никуда, я иду в туалет. Пошли со мной в туалет. Давайте с вами пройдемся по коридору. Хочу вам задать вопрос. Поможешь мне шерифу? Нет, вы сами с ним справитесь. Вы в состоянии.